Вы сильно рассердились тогда на Валю Карнавал? Да нет, вообще не рассердилась на нее. На счастье. Будь или не будь, карнавал пройдет. Я сердилась на то, что меня как-то вот Макс поставил немножко неловкое положение. Когда приходит девочка и в глаза мне говорит, что она не хочет учиться и считает, что ей это не нужно, хотя слышу, что она ни в одну ноту не попадает. Смирись с этим и скажи, да, ну да, правильно, я действительно не смогла спеть эту распевку, а это одна из самых простых распевок, которые, в общем-то, я даю своим студентам петь. То есть ты считаешь, что это сложно? Конечно! Но она же ведь этого не сделала, она этого не сказала. И... Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ой, да еще повторите мне там 6 раз, что вы хотели сказать. Ну, как-то вот неправильно это все. Нет никакого раздражения. И еще, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика. Да нет, ничего, на самом деле, я абсолютно нормально отношусь к ней. У меня нет никакой даже у меня никакого остаточного явления отрицательного после нашей встречи нет. Ой, сейчас